Всем международного футбола, друзья! С вами великая и могучая программа, которая исчезала на долгое время, FIFA прогноз. Как видите, Александр Дегтярев настолько похорошел, что он стал Игорем Белоноговым. Игорь, здорово! Боже мой! Кем сегодня играем? Да, сегодня у нас, так скажем, классика английской премьер-лиги последних лет. Ливерпуль, Манчестер Сити. Игра состоится в воскресенье в 19:30. И именно этот матч, как, наверное, самый интересный в этом уикенде, мы с Ромой выбрали для нашего обзора. Да, так что если хотите сэкономить свои деньги и не ставить на российскую премьер-лигу, ставьте по тем прогнозам, которые мы вам даем. Что по букмекерам? Давай посмотрим. Да, букмекеры фаворитом выделяют Манчестер Сити. 1xBet дает на Манчестер Сити 2.03, Винлайн 2.01, Фонбет 2 ровно. Но как-то странно то, что на Ливерпуль дают. Да, от трех. Да, 3.42, 3.50. Как-то вообще не верят, видимо. А что по поводу ничьи, как думаешь? Вот Винлайн больше всех вот думает, что все-таки она может случиться, и 3.95 дает, все остальные за 4 уже уходят. Ну, кстати, вполне такой приемлемый результат. Потому что, ну, непонятно, с чего вдруг Ливерпуль аутсайдер такой в этой игре. Вроде бы все основные игроки на месте, ну, кроме Ван Дейка, естественно. Ну, вполне возможно. Может быть, может, в гостях играют? Да, сейчас это очень много решает, наверное. Не хватает им болельщиков, не хватает мотивации. Хотя от Юргена Клоппа мотивации там, ну да, там ее и так предостаточно. Ладно, играем, короче. Ливерпуль-Манчестер Сити, точнее, Манчестер Сити. Ливерпуль, 8-й тур английской премьер-лиги, понеслась. Вот он, Этихад Стадиум. Великий, могучий и под дождичек. Самое то, по-моему, как это любят в Англии. И рядом, зато посмотрите, какой крутой мяч. Чисто классик. Ну, легендарный. Матч легендарный, мяч легендарный. Баннер. Легендарный. Ладно. Пускай будет легендарный. Тогда вот сейчас смотрим на таблицу, еще больше непонятно, почему на Сити дают 2, а на Ливерпуль... А это реальная таблица, да? Да, да. Лайк. Да, странно. Ну ладно, поехали, посмотрим, что как будет. Поехали, поехали. Пробуем. Ох, как давно мы в FIFA-то не играли под запись. Причем играли-то последний раз, по-моему, в 19-ю FIFA, если я не ошибаюсь. Тут уже 21-я. И вот... Чиладова малого века. А может быть? А чё бить-то не стал? Ну, здесь так не трудно. 10-е. То есть Манчестер Юнайтед, по-моему, 15-е. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Разул! Да. Ну там, по-моему, офсайд был, да? Ну, всё нормально. Ну вот. Ну да, мы мало чего знаем об этих игроках. Все говорят, что они там легенды, они могут все делать. Де Бруйне, например, может спокойно проходить через сетку. Вот, 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 смотрим. Опа! Лучший. Неплохо. Хорош. Малорик. 1-0, Манчестер Сити пока что впереди. Так вот, продолжим. Половина топов сейчас, ну, если не во второй половине, то очень низко для своего статуса, так скажем. Вот, а такие команды, как Эвертон или Саутгемптон, которые высоко в таблице. Вот интрига, в том, они удержатся или нет. Да что ж, по-моему. Что, пощадил, что ли? Я бы на том месте его пробил бы просто уже. Ладно, я вас услышал, да? А, я забыл, что все Фернандини забирали. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, стоп. Забрали. Александр. Мино. Ну чё вперёд-то не уходим, давай. Ну серьезно, сам видел. Там можно было вперед уйти. Чё он там стоял, тусил? Это же 21-й. А, да, точно, извините, я забыл. Забегание ты теперь контролируешь, извини сам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! У тебя столько моментов. Че не решаешь? Интригу хочешь внести в этот матч? Ну да, это все-таки главное. Понял? Заигрался, заигрался. Понял. Можно было и упасть.
Нет, 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 нет. Выноси, выноси. Все, да? Все. Да. 1-0 пока что, первый тайм. Давай по статистике посмотрим, что у нас будет. Мистер Сетка. 10-0, 6-0, 76-24. Вы серьезно? Ну, ладно, я хотя бы по офсайдам тебя делаю. Блин, надо отыгрываться. Отыгрывайся, давай, поехали, второй тайм. Так, ну все, Ливерпуль должен собраться. Хотя бы один удар, но должен нанести по воротам. И... Нет, 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 нет. Да. 10. Ладно. 2-0. Рахим Стерлинг. Я вообще прям сел в обороне, по-моему. Надо выходить. Надо выходить. Надо убегать. Давай, убегай. Мане, пошел. Мане, брат, давай, верим в тебя. Ну-ка, Фабиньо. Так, почему? Понял. Камон. Так, ну не, первым ударом это уже было бы слишком. Да у меня никого. Проходи, бери что хочешь. Хочешь взять ворота? Бери ворота. Так, а через сетку? Можно, можно через сетку? Не. Или... Через штангу. Отбор, удар. Есть. Я хотя бы открываю статистику ударом по вороту. Поворотом. Давай, 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 давай. Надо все красиво сделать. Что-то похожее. Тебе предлагают уже поменять полузащитника на защитника. Нет, а, не, Гюндоган же... Проигрываем, да. Что, что, что случилось? Как в матче Кубка России с Кахабаровск-Рубин. Там тоже непонятно, что судья отсвистнул, что произошло. Почему вторая желтая и красная? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотя Гюндоган у нас не понравился. Товары по акции не желаете? Игрок по желтому ценнику. Все. 4-0. Разгром. Манчестер Сити должен победить в этом матче, как у нас. О, мы еще и ачивочку получили. Закадычные враги. Плохо. Круто. 4-0, Манчестер Сити, Ливерпуль. Вот такой счет в матче должен получиться. Смотри, с букмекерами наш прогноз совпал. Сити фаворит. И в этом матче он это подтвердил. Но, как бы на то она и жизнь, что опровергать. Что наша жизнь FIFA? Безусловно. Так получается, да? Так получается. Ну вот по статистике сейчас смотрим. Удары 6-2 у Ливерпуля, 17-11 у Манчестер Сити. Как думаешь, это реально вообще нет? По владению мячом, я думаю, точно это нереально. По владению абсолютно. Да и, ну нет, такого разрыва не должно быть в любом случае. Угу. По отборам-то ладно, нарушения ладно. Ну, то, что владение мячом, единственное, что смущает. Но счет, по сути, может такой быть. Почему бы и нет? Это английская премьер-лига, здесь, возможно, все, что угодно. Да, Ливерпуль же выигрывал 4-0, кажется. Или а что-то путал. Ну, так что, в принципе, почему... Ну, кого-то он там выигрывал из топов, это точно. Вот, почему бы, как бы, ответочку не оформить. Так что будем посмотреть, как получится. Ну, а вы, пожалуйста, друзья, проверяйте. Мы даем вам свой прогноз. 4-0 Манчестер Сити обыгрывает на стадионе Этихад команду из Ливерпуля. Или Эвертон, как там правильно этот город называется? Ливерпуль. Да. Обыгрывает Ливерпуль 4-0. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас ведет программу. Еще увидимся. До скорых встреч. Смотрите футбол, любите футбол. Пока.